Не идется и не едется. В набережные Челны пришла зимняя погода и ее первое последствие – гололедица. Правда, это природное явление пока могут наблюдать не все жители Автограда. На себе зимнее скольжение могут ощутить те, кто живет в районе парка Гренада и облюбовал его для своих прогулок. Супруги Кочетовы каждый день выходят на прогулку по парку в любую погоду. Вот и сегодня они гуляют, хотя из-за гололеда это непросто. Раньше по земле как-то не то ходить, а сейчас вот по бетонке отлично. Хорошо. Да, ну а то, что скользко, да. Ходим гулять, по бетону вроде ходишь не скользко, а тут вот на дорожках скользко. Скользкие дорожки появились в парке после его реконструкции. Пока не ударили морозы, это были ровные и качественные тротуары. Челнинцы только радовались, что они появились в парке. Но теперь высокое качество покрытия вышло боком. Можно подскользнуться, даже если идти медленно и осторожно. Многие челнинцы теперь стараются ходить по старому асфальту. Впрочем, это мешает не всем. В прошлую зиму ходил. Когда снег уже выйдет, утопчется, тогда нормально встает. Да нет, я же в кроссовках. Обувь нормальная, мне не скользко, нормально. Тем временем коммунальщики уже принялись за дело. Благодаря их труду ледяные дорожки пропадают. Но, вероятно, этот участок придется чистить зимой ото льда чаще, чем другие тротуары. Любовь Захарова, Андрей Торопов, Радик Ганеев, Челны-24.